Я говорю, Валентина Данилова, наверное, пошла. Полный. Я так по разговорам понял, что форма и она была. Мне. А где вы у них все такие? Характер был. Передай привет бабушке. Бабушке? Какой? Больная, с температурой на работе. Люди? А что передать? Мама такая. А, привет. Бабушке Кате. Бабушке Кате. Так она тут сидит. А в следующем году она тоже будет тут сидеть? Первую треку. Ну, может, не тут. Поздравления к бабушке. Поздравления. Поздравляйте, ребятка, с днем рождения. И скажите, счастья, здоровья. И зажила дома. А ты? Нет. Ну, чтобы нервы были крепкие, тоже долго жила. Вот. Ну, все хорошо было в жизни. Часто путешествовала. Это единственный человек, которому насчет тихо. Потому что если я скажу, я нормально разговариваю. Да, вот так. Сюда. Сюда, когда куда. Болтает на все. Хозяин растет. Приезжает, только приезжает так, бабушка. А как так приезжает? Идем на холод. А копать когда мы будем? Говорю, ну только ж не сейчас, говорю, холодно. Не ленивый. Не ленивый. Говорю, хозяин будет еще хороший. И любознательный. Мамуля, с днем рождения тебе. Дякую. Здоровья. Дякую, дякую. Счастья. Дякую. Внуков. Побольше. Нормальных внуков, не инвалидов. Так что пятеро надо быть? Не-не-не. Я же в цьому участвую. Хоть одно. Хоть одно, но нормально. Андриана не с нами. Ей привет. Она в Виннице, купила там квартиру и содержит предков своих. Все, всем привет. Ирчар, ты выступаешь? Может, шампуня? Бабушка, желаю тебе счастья, здоровья. Чтоб у тебя нервы не было, чтоб тебя никто не трогал, и чтоб ты до конца жизни провела ее отлично. Спасибо. Давай, Лича. Да, этот молодец. Опыт, опыт, опыт.